У меня кулер, который на процессоре. Он, вот видите, там пыли нету. Видите, чисто все. Вот я его протирал от пыли. В общем, он примерно полгода назад стал шуметь, но только при включении компьютера там минуту-две пошумит, вот, и все, и перестанет. Вот. Потом он вот там так шумел, потом он переставал сам шуметь, то есть как начнет шуметь, так и шумит. Я открывал крышку системного блока, слегка его так пальцем притормаживал, он успокаивался и все. Вот. То есть он шумел только при включении компьютера. Вот. Я его слегка пальчиком притормозил, все. Вот. Пыли там, я чищу пыль периодически, там прочищаю, я его снимаю. Вот. А последние несколько дней он стал шуметь не только при включении компьютера, а вообще в процессе. То есть вот просто ни с того ни с сего начнет шуметь и все. Причем это не зависит от того, как я компьютер нагружаю, какие программы, там ничего. Вот. Начнет шуметь, и его уже нельзя остановить. То есть если он начнет шуметь, притормаживаешь, ничего не помогает. Вот. Сегодня я его очередной раз открутил, снял его. И он снимается, он прямо на радиаторе. Там несколько винтиков откручивается, он снимается. Снял его, разобрал, прочистил пыли, там было чуть-чуть совсем. Вот. И в самом радиаторе там внутри пыли чуть-чуть совсем было. Я это все продул, вот, ну, пылесосом профигачил, все. Чуть-чуть мало совсем было пыли. Вот, ну, я его поставил обратно, закрутил, шумит. Шумит и не перестает. Вот. Ну, я особо в компьютере не разбираюсь в этих всех делах. Я знаю, что там специальная есть фигня, которую нужно смазывать. Вот. Ну, я вот так вот подумал, что я его буду все время смазывать, лучше его, короче, поменять. Вот, это называется Cooler Master, там написано, что он очень тихий, ну, это все такая фигня, вот. То есть он стал шуметь без перерыва, вот как шумит, так и шумит, и ничего ты с ним не сделаешь. В BIOS заходил, ограничивал скорость вращения вентилятора, потом пробовал с помощью специальных программ, SpeedFan, потом у меня есть VTune, такая программа, вот она у меня для материнской платы, для моей. Вот, в общем, не помогает ни ограничение скорости, ни пыли там нету, ничего. Шумит и шумит, вот. Ну, просто он уже от старости, сколько уже, у меня больше 5 лет уже этот компьютер. Вот, он уже от старости просто шумит, надо его менять. Вот, я сегодня вечером позвонил, но вот это уже было поздно, поэтому завтра только. Вот, мне приедут, там же, где я компьютер покупал, но гарантии у меня уже нет, поэтому это будет платно. Вот, приедут, поменяют мне, я надеюсь, что завтра. Вот, потому что, ну, если бы я сегодня пораньше позвонил, то я позвонил в 9 вечера, а они уже заканчивали работать. Вот, поэтому сегодня уже никто, конечно же, не приедет, уже поздно. Вот, а завтра я утром позвоню, ну, днем они с 11 вроде или с 10 начинают работать, и надеюсь, мне завтра его заменят. Вот, ну... Вы, наверное, сейчас не слышите, как он так гудит, так... гудит. Вот, и что самое еще, ну, шум это, может быть, его... Ну, его, конечно, я поменяю, вот. Просто шум это не самое такое еще страшное. Еще фигня в том, то, что вот, например, у меня крышка вот такая прозрачная. Вот. Если вот так вот руку приложить, то чувствуется прям вибрация ей идет небольшая. То есть не особо прям сильная, но чувствуется небольшая вибрация идет, то есть от него. То есть вибрация это, конечно же, плохо. Вот, вибрации быть не должно. Вот. То есть еще вот такой шум, как бы это еще не очень. А вот вибрация это плохо, конечно. Вот, ну, хоть у меня тут жесткие диски, все это дело, конечно, закреплено, все хорошо, но сами понимаете, что вибрация это все-таки нежелательно. Вот. Так что я надеюсь, что мне его завтра заменят. А так с ним ничего просто не сделаешь. Все, он, видимо, от старости. Его или смазывать, но смазывать это, то есть смазку нужно будет постоянно покупать. Она закончится, я смажу, он опять начнет гудеть, я опять буду смазывать. Вот, постоянно. А так лучше поменять его и все. Вот. Может быть, еще есть какой-то способ, не знаю.